Привет! Сегодня мы решили съездить на пляж Зоклер. Правильно сказала, Зоклер? Дима, правильно сказала, Зоклер? Правильно сказала? Ну, Дима говорит, Зоклер правильно. Ехали мы 1.5 часа. Автобус вполне комфортабельный, чистенький, с кондиционером. Приехали. На этом пляже белый-белый песок, мелкий-мелкий, больше похож даже на муку, чем на песок. Ну, море, как всегда, теплое, чистое, красивое, замечательное. Отдыхающих сюда приезжает много. Здесь есть и местные отели, около которого мы расположились. Вот такие вот здесь местные отели. Маленькие такие бунгало. Единственный минус этих отелей – это большая удаленность от магазинов, от центра города. Ну, такое чисто пустое, уединенное место. Мы расположились. Два таких креслица, лежачка. Дима, привет. Привет. Что так разморилось? Ну, потому что на улице, как обычно, душно. Поэтому и разморил. Песок очень мелкий. Я даже. А, берег, да, мелкий. Долго идти, чтобы дойти примерно по грудь или по плечи. Ну, в принципе, 50 метров, наверное. Потом уже можно плавать. Ну, это тоже приятно. Ну, здесь собираемся пробыть часа 3-4. И потом также вернуться на автобусе домой.